Добрый день, с вами Ирина Багнюк и канал «Усадьба Багиры». Сегодня мы будем продолжать работы по формированию бонсай из мирта. Значит, я покажу, как он выглядит и расскажу, что с ним стало. Значит, прошел год с предыдущего формирования и посадки. Он чуть-чуть оброс, стал не такой разлапистый и лысенький. Что-то вырастил новое, что-то не вырастил, где хотелось. В частности, вот довольно пустая пока что еще эта вот часть ствола. А хотелось бы здесь, чтобы эти вот хорошо развились в веточки. Или какая-нибудь из них. Но что хорошо? Хорошо он тут все-таки утолщился. Вырос и оброс не так сильно. Лето у нас было довольно со странной погодой. Но, тем не менее. Значит, я его, чтобы не тратить время на видео, обмотала проволокой те ветви, с которыми буду работать. Но не изгибала, просто обмотала, нанесла проволоку. И теперь мы будем, значит, его... изогнем те ветви, что надо, переназначим вершину по той причине, вот, что конусности особой нет, несмотря на то, что он тут утолщился все-таки, и довольно значительно видно, что уже кора трескается, уже такая вот становится, как у более взрослого дерева. Дальше он долго ровный-ровный, и то, что мы тут думали назначить вершиной эту ветвь или эту. Вот она прекрасно так утолщилась, могла бы быть вершиной, оформив тут все вокруг. Но не очень с конусностью, довольно долго. Поэтому вершина, скорее всего, будет вот эта ветвь, которая смотрит сейчас на вас. Вы видите лицо. Но начнем мы снизу. Сформируем нижние ветви, и тогда будет уже лучше точно видно, какая у нас будет вершина. Значит, вот как он выглядит. Вот так, вот так. Земля сейчас сухая, я его специально вчера только слегка полила, чтобы сегодня можно было работать. Мы его пересадим в эту же плошку, просто сменим субстрат, пересадим, так как все молодые растения желательно раз в год пересаживать, вот как раз год. Значит, что мы будем делать? Вот если это лицо, то вот тут есть ветви, которые смотрят на вас в лицо, и они точно не нужны. Будем убирать. В виде жертвенной ее оставлять сейчас бессмысленно, так как здесь рядом есть ветви, которые нужны, и они будут расти, и утолщаться, и утолщать ствол. Так что смысла рядом находиться еще жертвенной ветви нет. Значит, вот хороший побег, но абсолютно нам здесь не нужен. Когда бывают нужны такие побеги, вот когда их желательно оставить? Вот если бы такой побег, вот как он сейчас выглядит, вырос вот здесь, в основании вот этой ветви, то тогда была бы... был бы смысл его оставить. По какой причине? Очень часто бывает, что ветвь, которая вот уже какое-то время старая, она очень медленно растет. И если рядышком вот тут вот, ну вот как здесь, вот просто вот прямо у основания вот этой толстенькой ветви растет новая, если бы такая ситуация была здесь, то есть смысл оставить такую ветвь. Она может перегнать за короткое время, перегнать в росте и в толщине ту, что есть. В данном случае эта ветвь хорошая, развитая, и смысла в этом нет, поэтому убираем. А находится она очень близко к стволу, поэтому использовать ее тоже нельзя, убираем. Вот если бы здесь была такая, тогда бы оставили. Такая же ситуация у нас с ветвью, которая идет назад. Вот тоже растет, поэтому тоже убираем. Убрав то, что мы сейчас убрали внизу, есть вероятность, что или эта веточка будет расти теперь лучше, или у нее также вырастет тоненькая, которую мы тогда оставим. Посмотрим, кто из них развивается быстрее, и тогда будет решено, какая из ветвей будет оставлена. Так, ну, начинаем их изгибать. Значит, проволока, вот, как обычно, накладывается на ствол, который возле этой ветви, идет по ветви. В данном случае хорошо видно,
Толстая проволока есть и тонкая на этой ветви. Толстая идет от ствола по этой ветви. И в одну из сторон ее можно довести, и она будет изгибать. А остальные веточки вот здесь тоненькая. Они уже, соответственно, на них наложена проволока и на предыдущую ветку. Так что немножечко это все изгибаем вниз. И эти веточки делаем им хороший изгиб. Разводим их, вот они сейчас топорщатся, все вот так вместе, веником таким. Мы их разведем в стороны. Сейчас я это сделаю и покажу вам. Будет все понятно. Вот на вот эту веточку сейчас смотрим. Значит, я ее отогнула от всего этого пучка, во-первых. А во-вторых, вот это закрою. Вот тут хорошо видно. Опять же, они росли пучком. Ну, мир так, такова его особенность. Они растут пучком. И сначала эта ветвь, а потом вот на эту тоненькую. Ее отогнули в сторону. В итоге вот это теперь будет спокойно вперед. А эти дальше, они сами немного в стороны шли. И в итоге у нас более-менее уже принимает форму. Вот. Здесь пока только вот это сделано. Эти сейчас не буду, очень-очень тоненькие. Тоньше, чем на предыдущей, которую рассказывала. Поэтому просто будет обрезано. И теперь этот пучок. Тут есть хорошая толстенькая веточка, которую также потом со временем разведем. И вот еще пучочек. Смотрим. И есть внизу самая тоненькая. Так что смотрим, какая нам нужна. И будем их также выбирать из них. Такой пучок нам большой не нужен. В данном случае можно, я уберу вот эти, вот можно вот эту оставить, так как она сама уже идет вниз, но она довольно слабенькая, вероятности, что она будет хорошо развиваться, мало, поэтому ее мы будем убирать. Кстати, вот как раз такой вариант. Вот она слабенькая, а на ней очень-очень близко к ее основанию, видно, вот растет. И уже видно, что она вот эта ветвь, вот эта, перегоняет по скорости, по толщине, перегоняет эту веточку. То есть вот таким образом можно заместить. Эту убираем, а эту оставляем. Хотя появилась она в этом сезоне. Но у меня вот ветвь, вот эта вот. Вот эта, которая вверх сейчас более толстенькая и хорошо разветвленная. Так что мы ее возьмем. А это внизу сейчас можно удалить. Так что мы оставили те, которые разогнули в сторону. Эта ветвь оставили, у нее большое ветвление, но эти еще пока тоненькие все, их пока не будем так разводить. И вот еще одна веточка, она тоже в основании вот этой, вот это, и у нее в основании тоже вероятность есть, что она может перегнать со временем в росте, поэтому посмотрим, какая будет развиваться, ту и оставим. Но пока пусть будет. Так подробно я остальные не буду рассматривать, рассказывать, так что тут подробненько. Значит, что теперь мы с ней делаем? Теперь нам все это надо обязательно прищипнуть, потому что толщина этой ветви уже хорошая, относительно всего ствола она хорошая, массивная. Сильно ее, давать ей много сил, чтобы она хорошо развилась, не надо, поэтому мы ее всю прищипываем, как обычно. Где-то веточка позволяет, вот, ой, буквально прищипнуть на пару листиков, какая-то вот побольше. Что все вот так. Не ленимся и прищипываем.
Самые тоненькие, вот хотя бы вот точку роста убираем. И еще вот одно, вот у нас на этой веточке вот так топорщится наверх. Значит, будь она чуть-чуть вот смещена, выросла бы или в эту сторону, или в эту, или если она нам очень нужна, она вот так топорщится, можно изогнуть эту ветвь иначе, вот так, к примеру, и она пойдет тоже расти. Наверное, так и сделаем сейчас, потому что веточка эта слабенькая. Что я сделала? Я эту слегка вокруг своей оси повернула. Пока она тоненькая, если аккуратно это сделать, то бывает возможно. В итоге у нас получилась хорошо разветвленная ветвь. А так она топорщилась, эта маленькая, вверх. Ее надо было бы убирать, так как так сильно вверх нам не нужно. Вот здесь у нас так вот топорщится тоже вверх. Тут много, она нам не нужна, мы ее уберем. Но здесь это безболезненно можно сделать, а здесь мало. Так хорошее ветвление получилось. Сейчас эту маленькую мы не будем прищипывать. Она совсем слабенькая, подрастет, тогда прищипнется она. А это будет, ну, примерно вот так сокращена в следующий раз, как начнет ветвиться. Все. Что еще? Еще, наверное, вот эту мы немножечко с более тонкой проволокой изогнем. Так. Я проволоку сделала заранее там, где точно было понятно, но пару вещей, которые было не видно, что будут тоже накладываться. Поэтому эту пару вещей сделаем уже сейчас. У Мирта очень мелкое ветвление, поэтому это занимает какое-то время. Готово. И теперь эту саму веточку мы еще изогнем вниз и немножечко потом вверх. Никогда не делаем, чтобы просто вниз, и она вниз ушла смотреть. Обязательно слегка приподнимаем, чтобы дерево не подумало, что эта ветвь не нужна и не перестало ее растить. Вот эту, наверное, все-таки я уберу в основании. Вот. Все. Потом еще немножечко это подправится и будет готово. Ну вот такая, вот так вот приподниму. Вот просматривайте. Более-менее она уже сформирована вот в виде облачка, в виде вот так вот расставленных веточек. Более-менее. Теперь будет обрастать. То же самое делаем с ветвью, которая будет смотреть назад. Сейчас мы ее просто изогнем вниз. Немножечко, так как она назад, не хочется, чтобы она вот так просто ровно назад была и все. Мы ее немножко так в сторону. Вот в эту сторону и вот так. Сейчас я все это покажу. Вот что я сделала. Это у нас пошла толстая. Она была вот так просто ровно. Я ее повела сюда, и это тут. А вот это вот будет теперь сформирована одна лапка, как бы, и здесь. Также все прищипываем.
Обрезаем. Точно так же теперь, сейчас чуть больше пригну, смотрим, если что-то топорщится вот так вверх. Если она нам сюда точно нужна, то значит оставляем, со временем мы ее сюда пригнем. Но я думаю, здесь проснется обязательно что-то, или эти веточки вот сюда выйдут. Поэтому эту убираем. И также рассматриваем все вот тут вниз, убираем. То, что смотрит совсем вниз. Тут получилось некрасивое колено. То есть вот ветвь идет, вот тут вот тоненькая идет, а здесь вот, вот, думаю, видно, такое вот некрасивое. Так как здесь веточка хорошая, то мы это вот так уберем. Ну и эту хорошую мы пока не будем прищипывать, пускай она подрастет. Все. Эта ветвь еще не так хорошо сформирована, как вот боковая, но уже задана ее форма, ее структура. Теперь идем вот эта боковая, вот лицо. Так, чуть-чуть будет, может, еще подвинуто, но так ориентировочно лицо. Поэтому теперь идем к этой боковой ветви. Ее возьмем немножечко на себя и потом в сторону. Так, так как здесь растет вот эта веточка, и хорошо бы нам ее, чтобы она тоже ветвилась. Она растет, близко будет вот к этой задней. Поэтому эту мы сильнее выгибаем вперед и вот так постепенно уводим. Тут не будем прищипывать сейчас ничего. Дадим возможность все веточки окрепнуть. То есть если у этих цель уже ветвление, поэтому мы их все прищипываем, кроме совсем слабеньких каких-то, то у этой цель сейчас окрепнуть, а чтобы окрепнуть, вот эти точки роста сейчас пойдут в рост, и она будет расти хорошо. Поэтому ее только изогнули вот таким образом. Вот у нас уже начало деревца. Здесь у нас две веточки маленькие. Значит, если вот это нам не очень хорошо, что она прямо вот ровненько вот так параллельно идет самой нижней, но она хотя бы на хорошем расстоянии от всего, и если она будет, то будет неплохо. Мы ее куда-нибудь изогнем или назад, или вперед. Но что-то, чтобы здесь было, это хорошо будет. Это, во-первых, также очень параллельно предыдущей, а во-вторых, близко очень. И, то есть из-за этого она не очень хорошо. И еще, чтобы нехорошо, если она у нас будет, и это будет, у нас будет буква Т. Это некрасиво, не нужно. Поэтому одну из них будем точно убирать. Соответственно, тут вариантов нет. Убирается это и убирается сейчас, чтобы не тратить силы. Тем самым мы поддерживаем эту и или какие-либо почки проснутся. Так как будет обрезаться вершина, есть шанс. Так что примерно вот так. Идем дальше. Дальше у нас... Дальше у нас вот буква Т. Судя по проволокам, вы видите, что я хочу и ту ветвь оставить. По крайней мере, на данном этапе. Поэтому мы их просто сейчас изгибаем. Изгибаем вниз. Смотрим, что у нас внизу, какие ветви, где они располагаются. И уже исходя из этого, это не совсем назад, это, так сказать, вот... Объем делается чуть-чуть вбок и назад, так что нам надо, чтобы она заняла здесь место, эту нишу. Но совсем ровная тоже некрасиво. Поэтому немножечко, вот посмотрите, чтобы себе принять решение, да, потренироваться, так сказать. Подумайте, в какую сторону вот лучше ее назад или вперед. Вот я думаю, что ее вперед на лицо, а потом уже немножко будет уходить. Поэтому поворачиваем лицо к деревце и немножечко ее
изгибаем. Значит, вот что получилось. Сейчас смотрим просто на изгиб ветви. То есть, так будет лучше, если чем она будет изначально сразу уходить назад, будет некрасиво, тут будет совсем пусто. А так, независимо уже будет у нас эта ветвь, не будет. Если это будет, она пойдет как раз чуть-чуть вперед тогда, чтобы не была параллельно этой совсем. Мы ее выдвинем вперед, вот эту вот. Представляем ее, куда деваться как-то так. А это чуть таким образом. И то же самое смотрим. Значит, эти тоненькие веточки будут нужны. Мы их потом разведем с помощью проволоки. А сейчас пока что прищипываем их все. Вот, также смотрим, вот идет вертикально вверх, а у нас боковые уже есть. Поэтому будем исходить из них. Сейчас я их все прищипну и посмотрим. Дальше. Так, а дальше у нас вот есть интересная комбинация. Значит, это нам, скорее всего, вот эта тоненькая, скорее всего, нужна. Ее надо будет прям сильно сюда изгибать, но она слабенькая. Это позже, поэтому она сейчас будет только мешаться, но тем не менее. Вот здесь получилась ситуация, вот хорошая веточка, вот она подняла ее, довольно сильная, хорошая, но она как бы поверху идет. Сейчас я ее так подержу. А вот здесь, вот так идет, хорошо в сторону идет, но она более слабая. Так как у них... Я не знаю, насколько это видно, но будем надеяться. Вот тут почти сантиметр между ними. Мы ее, вот эту, можем сейчас изогнуть. Нет, с собой чуть-чуть более толстая проволока, чем ей надо, но не страшно. Сейчас я это сделаю, и вам будет все понятно. Обкручиваем ее проволокой, не сильно, эта проволока более толстенькая, поэтому не сильно. Мир довольно быстро принимает форму, врезаться она не успеет, главное тут между листиками аккуратно. Значит, вот я ее довольно слабенько сделала, и теперь нам надо ее вывести назад. Вот я уберу вот эту, которая нам будет нужна раньше, выведена. Так приподниму. И будем смотреть вот на эту, что я изогнула, и на вот эту. Вот они, как они получаются. То есть они у нас разведены в стороны. В общем, делаем веер. На каждой ветви стараемся сделать веер. Сейчас видим, что вот тут на нашей только что изогнутой есть топорщица вверх. Она не нужна, она очень близко получается. Вот если ее сюда как-то близко к этой ветви, это не нужно. Убираем. Так как цель ветвить эти веточки боковые, то мы убираем все ненужное. Так, сейчас наклоню. Значит, как только окрепнут вот это... Вот это. Вот это, что сейчас внизу получилось. Хотя, может, ее, так как мы эту изогнули очень сильно, может, это будет и не нужно. Хотя, можно будет. Вот так она будет. Посмотрим. Пока пускай будет. Обрезать всегда успеем. Пусть пока что будет. Вот это идет так в сторону. Вот так потом будет. Она тоже более слабенькая. Сейчас много очень проснувшихся почек именно на этой веточке. Поэтому ее позже чуть-чуть вот так вот изогнем. Чтобы вот сейчас на вас смотрела, да, это чуть-чуть в плоскости назад будет. Вот так. И будет у нас тоже хорошая здесь такая веточка. Вот здесь это, каждая ветвь все равно имеет какую-то очень сильную вершинку. И тут вот, вот она идет, идет, идет. И вот тут самая сильная. Вот мы ее сейчас обрежем.
чем поддержим вот эти вот маленькие, и они будут хорошо ветвиться. И тем самым поддержим все-все вот это. Так, замечательно. Так, почему эта ветвь была оставлена? То есть вот эта буква Т как бы ненужная, но у нас тут совсем мало. Одна веточка, и все голое, лысое, поэтому мы ее оставляем, очень сильно изогнув сейчас. Извиняюсь. Сильно будем изгибать вниз, чтобы закрыть это место. Когда у нас тут, если что-то будет, или это начнет хорошо расти, окрепнет, возможно, вот эта ветвь будет убрана. Но это со временем и по той причине, что делают букву Т. Так что сейчас изгибаем. Сильно. Прямо сильно. Если получается, немножечко делаем из нее хоть какую-нибудь волну, как-то, чтобы она не просто ровно топорщилась вниз, и все. Вот. Вниз, чуть-чуть на зрителя, потом чуть-чуть назад и опять на зрителя. И смотрим, значит, какие тут веточки будут нужны, не нужны. Точно так же что-то сильное или вырезаем совсем вот в конце ветви, где она очень вот эта вот сильная, возможно, мы ее уберем, чтобы поддержать все остальное. Или что-то смотрящее сильно наверх тоже. Так что таким образом. Это все то же самое, что было в предыдущих, мы делаем. Так, сейчас я сама посмотрю, поверну к себе, посмотрю лицо. Ну вот, то есть теперь будем наблюдать, смотреть, какая будет хорошо развиваться. Немножечко их стараемся развести, чтобы и это получали хорошо солнце. Ну, это понятно, а эту нижнюю она может чуть закрывать, поэтому можно тогда еще слегка изогнуть. И тогда уже будет впоследствии принято решение, какая из ветвей будет. Возможно, это будет убираться. Она довольно сильная. Берет много на себя энергии, сил, и, возможно, она будет удаляться. То есть это будет через время. И вот мы пришли к этому пучку и будем делать вершину. Так, сейчас я удостоверюсь в своей мысли, как я хотела. Уже когда они у нас все в стороны. Значит, судя по тому, что довольно ровный ствол, долго ровный, очень сильно большой мир не будет. То есть, если бы он был в готовом виде, планировался сантиметров 50 дерева, тогда да, тогда можно было бы вот из этих ветвей формировать вершину. В моем случае этого не будет, иначе это будет долго ровная веточка, ровный ствол, некрасиво. Поэтому переназначаем вершину, и вершиной будет вот эта ветвь все-таки. Потому что, вот смотрим, ровненький, а здесь разница, эта толщина и эта. То есть вот этот ствол будет переходить вот в эту вот веточку. Сейчас я тут удалю. Пока что удаляем просто ровненько, так. Потом я это так аккуратно сделаю. Что у нас получилось? У нас получилось, что это будет вершина. Мы ее сейчас изогнем. Пока что мы оставим вот эту веточку, потому что если... Так, сейчас.
Если будет, вот лицо, да, если будет решено, что вот эта ветвь со временем будет убираться, чтобы не было такой сильной буквы Т, то нам нужна ветвь с этой стороны. Поэтому это остается. Сейчас она будет помогать заращивать ствол, чуть-чуть срез, вернее, чуть-чуть позже, когда она окрепнет, мы ее как-то изогнем. И вот, собственно, когда ее будем, придет время с ней работать, я думаю, будет понятно с этой ветвью, что мы делаем. Оставляем, убираем, как будет. Так что это остается сейчас, пока не трогаем ее. Только что прищипнем некоторые, вот буквально вот так вот. Все, этого достаточно. И будем работать с нашей вершиной. Сейчас слегка вырежу срез, чтобы было удобно просто проволоку накладывать. Это то, что было невозможно сделать заранее с проволокой, будем делать сейчас. Тут, конечно, на стволе уже много, но куда деваться. Это не клен, который растет быстро. Значит, нам надо кверху поднимать, поэтому заводим первое движение по низу. Почти всегда мы делаем сверху, так как ветвь прогибается. В данном случае акцентирую на этом внимание. Идем близко-близко так к стволу этой ветви проволокой. Так вот, прям совсем близенько в ее основание. Надеюсь, видно, чтобы у нас было хорошее движение потом изогнуть. Ну и дальше все как обычно. И с этой ветви переходим, вот тут должно быть видно, переходим на эту. Той же проволокой, так как тут будет буквально пара витков, то вполне можно. Не будем накладывать более тонкую на эту ветвь, потому что здесь просто будет задана небольшая, как бы направление даже, не столько изгибаться ветвь, сколько просто будет направляться. Так, и теперь, естественно, нам надо ее вернуть, как бы, чтобы не топорщилась так сильно. Мы ее немножечко так изгибаем посимпатичнее. Сделав этот изгиб, начинаем выбирать, оставляем ли мы вот все, что это сейчас обмотали, да, вот самая большая ее ветвь, она ли будет у нас вершиной, или сразу же делаем вершиной, например, пригну лишнее, вот эту, что вполне тоже возможно. У нас будет тогда еще лучшая конусность, потому что так тут идет. Ну, да, и она долго такая идет. Так что, возможно, сразу же обрежем. Сейчас посмотрим. Эти все пойдут в стороны, будут делать ветви. Все они сейчас слабые, ну, поэтому мы с ними не будем работать, проволоку накладывать не будем. Вот эту можно было бы... Ну, нет смысла, но если уж очень хочется видеть приблизительно, как будет выглядеть, вот, чтобы закрыть это пустое место, ее можно притянуть какой-нибудь веревочкой, что проволоку здесь рискованно, она слабенькая, особенно это может погибнуть. Мы ее вот так, вот эту вот сильную берем, и она начнет здесь ветвиться, у нее есть здесь
почечка хорошая, а это хорошо ветвится, но все равно проволоку еще рано накладывает. Так что все это вот так разойдется. И все-таки вершину я сделаю, исходя из конусности, исходя из того, что сколько нам надо здесь сейчас пробудить почек, чтобы где-то они разветвились, где-то просто ветвь новую вырастить, где-то поддержать, то мы вот это убираем, вот это вот маленькое будет вершиной. Так что зря вот тут обматывала. Но пока не обмотаешь и не пригнешь так, это не всегда видно. Так что не ленитесь хотя бы слабенько обмотать, посмотреть, если вот думаете, что, возможно, будет обрезаться ветвь. Что хотя бы так, а потом будет видно. Лучше будет видно, и понятно. Так, и проволоку на один виток вернем сюда. И здесь просто вот совсем-совсем слабо, чтобы просто направить ее куда ей надо, нашу вершинку. И теперь уже фигурно вот так просто вот видно, насколько она слабо идет, потому что сильно нельзя такую толстую проволоку на эту тоненькую. Но нам надо буквально маленький изгиб, чтобы направление придать, и все. Поэтому вот так будет достаточно. Ну вот мы задали каркас, основу. То есть сейчас я вот это пригну вот так руками, так слегка. Вот. И представляем, что из этого уже сформированы веточки примерно как внизу, а это пойдет наверх, это тоже. То есть вот как-то вот так. Но трогать их сейчас не надо, они будут окрепнуты, будут хорошо развиваться. Верх всегда развивается лучше, чем низ, поэтому будет хорошо. Все. На данный момент с формировкой, а теперь единственное еще вот боковую, то есть у нас это не такая сильная, это вот сильная, мы ее обязательно должны остановить, причем так вот хорошо в росте, чтобы она не решила, что она вершина. Все, а саму вершину мы не трогаем. И теперь мы будем его пересаживать в эту же плошку. Немножечко посмотрим, что у нас с корнями там, и просто дадим свежий грунт. Это будет хорошо. Приподнимаем. Корни наверняка прошли в сеточку, поэтому так слегка приподнять. Ага. О, прекрасные корни за год. Ну, сеточка, естественно, внутри. Тут осталась одна проволока. Так. Сейчас я это очищу. И мы продолжим. Очищаем все как обычно, берем крюк, берем какую-то палочку и движениями от ствола все это убираем. Можно даже, чтобы было более понятно. Сначала так. Достаем сеточку. Вот
сразу видны толстые корни, которые держат сеточку. Их убираем, сразу обрезаем. Не очень толстые тоже. Корней много. Так вот их распутываем. В данном случае не страшно, если что-то поломается, потому что, скорее всего, это будет все срезано внизу. Распутываем, что у нас тут наросло. Если встречаем, видим толстый, сразу же вот так его вырезаем. Он убирает какие-то еще корни. Да, это точно будем срезать, так что так, так вот так. У нас внизу была лава, что нам сейчас хорошо помогает, она хорошо осыпается, и мы можем корни легче влезть. Так, ну и, наверное, в данном случае воспользуемся распылителем на шланге и это аккуратненько промоем. Так как мы срезали довольно много вот, да, зеленой массы, то мы можем хорошо с корнями поработать и тоже срезать. Сейчас мы это прочистим и вернемся. Покажу, какая корневая получилась, и продолжим дальше. Промыли корни. Теперь видно, что у нас и как здесь. Видно, сейчас поверну, все теперь мокрое. Вот здесь вот, их прям видно, они такие толстенькие, более светлые, желтоватые. Толстые корни, мы их сейчас пообрезаем. То есть они... Вот. Не надо их. Ну, я их обрежу, вам будет все видно тогда. Потому что они, как стержневые, идут больше вниз, а нам надо развить хорошую мочковатую систему. Поэтому вот тут... Да. Удаляем. Где-то они не хотят полностью уходить. Поэтому... Распутываем и вытаскиваем. Один. Второй. И здесь еще был один толстый-притолстый. Если получится его убрать. Весь не получится, значит придется вот более тонкие его отростки пока что. Вот это все убираем. Оно просто занимать будет место в горшке. А толку с этих корней нету. И вот еще идет тоже. Так. Угу.
Вот, значит, довольно-таки толстенькие мы убрали. Все остальное будем оставлять. Готово. Будем сажать. Самые неинтересные, неприятные работы, в принципе, закончены. Так, чуть-чуть у нас тут непорядок. Ну, разберемся. Так, плошку я подготовила. Плошка та же самая. Сеточку вернули на место. Вниз у меня под рукой был, можно керамзит, можно лаву, как в прошлый раз. Возьмем керамзит. Так как керамзит есть сразу и крупный, и более мелкий, он хорошо заполнил у нас дно, этого будет достаточно. Самый крупный даже такой вот можно и убрать. Лишний. Теперь готовим грунт. Значит, как я говорила в прошлом видео, мильт больше любит влагу. Чтобы его не поливать по 2-3 раза в день, надо брать какую-то органическую составляющую. Можно грунт для бонсай, что продается в пакетах. Я в прошлый раз им пользовалась. А это грунт для садовых растений, в принципе. Можно взять грунт универсальный для комнатных. То есть взять как органическую составляющую. Мирт без органики довольно сложно выращивать. Ну и плюс ему надо еще окрепнуть, подрасти. Так что берем какую-то составляющую такого грунта обязательно. И что-то мелкое, что-то вот сыпучее, что будет. В данном случае у меня будет пемза, как и в прошлый раз. Она неплохо себя показала в мирте в том числе. Можно взять мелкий керамзит, циолит. В общем, об этом говорила много раз, рассказывала. Не буду на этом останавливаться. Так что... Суть в том, что грунт должен быть сыпучим, чтобы можно было нам с этим спокойно работать потом. Хорошо проходила влага, удерживалась влага, та же пемза, циолит хорошо удерживают влагу в том числе. И еще и должна быть какая-то органика. Что получилось? Примерно на глаз. Ну, наверное, один к одному. И органической составляющей, и пемзы. Вот, видно. Готово. Вспоминаем, какая сторона плошки нам больше нравилась для лица. Засыпаем немножечко грунта. Дно. Так. Тут у нас корни уже вот так. И моя палочка. Видно, что они так хорошо расходятся после того, как тут прочистила грунт, убрала лишний. В принципе, то, что они вот так слегка наверх идут, не страшно. Можно так и оставить, не вырезать их. Не сильно они идут, так что очень даже неплохо. Со временем грунт будет вот примерно как палочка, да? И корни станут шире, и это будет вполне симпатично. Не звездочкой расходятся, но тем не менее. Возможно, вот, ну, вот в данной ситуации, потом как корни будет уже хорошая мочковатая система, вот этот вот корень, вот показываю, вот верхний, его может быть удалить, он так сильнее выступает, под ним есть другой хороший. То есть его убрать будет лучше, видно вот. Так, ну, в общем, распространение корней. Но это уже нюансы. И в дальнейшем. Что размещаем.
Можно даже еще немного грунта. Так как убрали внизу вот эти толстые корни, то у нас даже еще немного, чтобы там было. Тут получилась как выемка. Вот. Поэтому делаем здесь небольшую горку и сажаем. Вот, будет хорошо. Немножечко смещаем в сторону. В данном случае в этот раз уже это лучше получится. И будем засыпать. По возможности стараемся, чтобы грунт был между корнями и стенками плошки, чтобы они не присасывались к плошке. Будет проще в следующий раз это вынуть без повреждений. А то вынуть-то мы все равно вынем, но корни будут повреждаться не очень хорошо. Просыпаем грунт, как обычно, внутрь. Смотрим наклон дерева. Немножечко вот так. Оно было так вот, как бы назад, не очень хорошо в прошлый раз. Ну, поэтому немножечко так на себя. Это будет симпатичнее. Ну и, в общем, учитываем все нюансы. Смотрим на расположение. Не забываем про его лицо. Где у него... И аккуратненько все это делаем. Но в то же время не в ущерб корням, если как-то приподнять, повернуть, пока еще не получится, будет хуже корням, то значит это оставляем опять на следующий раз. Так как в данном случае нам опять же сейчас надо, чтобы дерево хорошо росло, развивалось, наращивало корневую не только вот то, что мы срезали, ту белую часть. Но тут видно очень много мелких, тоненьких белых корешков. В этой части было. Так что вот нам надо их поддерживать, нам надо их развивать. И через год опять его пересадить. Ну, а иногда бывает мирты. Ну, смотря как он растет. Если рос быстро, то может быть и раньше. О, обнаружилось, что тут у нас пусто. В общем, тут уже все как обычно. Хорошо грунт просыпаем, проливаем. Опять с помощью палочки все это хорошо распространяем. Опять поливаем, опрыскиваем хорошо. Замазываем срез, если есть срез большой. Отправляем на улицу, если еще есть возможность по погоде, куда-то в тенечек, опрыскиваем, заботимся, следим. Потом со временем подкармливаем и растим дальше. Так что вот, как он у нас изменился, все остальные работы уже такие скрупулезные и доделаю потом. Так вот он изменился, это его лицо. Тут сейчас не видно абсолютно корней за грунтом, как прольется, хорошо еще сядет земля, еще добавится, будет видно. Поверху можно засыпать просто уже чистой пемзой. Ну, что вот использовали, да, если керамзит мелкий, или пемзу, или циолит, вот тем же засыпать сверху будет и красиво, и будет хорошо проходить влага, потому что вот эта вот органика слеживается. Было видно, по, вот когда он сухой был, уже порассыпалось все, что было, и она слеживается. Поэтому засыпать сверху такой вот составляющей грубой, это будет хорошо, и вам будет проще в уходе, и выглядеть будет хорошо, не будет сухой земли, не видно. Так что все, вот как только я тут все доделаю, еще какие-то веточки слегка верну на место, так как во время работы с корнями они поприподнимались, так что все, как только он обрастет и будет что с ним делать дальше, покажу дальнейшие работы. Надеюсь, с вашими тоже все хорошо. Мир довольно-таки
неприхотлив, если соблюсти некоторые его требования. Подписывайтесь на канал, увидите продолжение. Удачи!